Вообще я плохо играю вообще на всех музыкальных инструментах, включая пианино. Но знаете, это такая давнишняя мечта. Вот. Не умею суметь. Здравствуйте, меня зовут Михаил Карасев, я продюсер фильма «Зимний путь». Помните, мне говорил, что в жизни человека есть моменты, очень важные моменты. Вот у меня сейчас такой момент. Кино о духовном. Ты однозначно попал. Очень для тебя, Хелл. А я тебе уже поверил. Ну что, тварь, не твой день сегодня? Мы начинаем новый проект под рабочим названием «Как Майкл». Как и первый проект, это тоже оригинальный сценарий Сергея Тарамаева и Любы Львовой. Они же будут режиссерами. Снимать мы будем той же съемочной группой. Поэтому фильм, я надеюсь, получится такой же интересный. Знаете, есть такое состояние, когда вот ты чувствуешь, что в тебя попадает. Это может быть ветер, это может быть звук, это может быть человек мимо проходящий, или может быть это все в совокупе. Единственное, что я вам могу сказать, что главную роль в новом фильме будет, как и в предыдущем, исполнять Евгений Ткачук, уже понравившийся зрителям. Но здесь у него совершенно другая роль, и он предстанет наверное, можно сказать, другим человеком. Вначале, когда мы вот первый раз только пришли, это как раз было в Выборге. Первый раз решили посмотреть картину, что скажут выборгские, как они отреагируют. И та эмоция, и та настоящее чувство, которое вдруг вспыхивало в зале, это в театре такого редко бывает. А тут вдруг началась просто... чуть ли не вакханалия, потому что люди начинали в голос реагировать в кино, когда такое было. И сейчас Люба и Сережа начинают новый проект. Собственно, краудфандинг, который мы организуем, это именно для этого, для того, чтобы снять этот проект, который не находит финансирования в рамках государства, так как мы оказываемся вне формата очередной раз. Но это те настоящие эмоции, которые давно они встречаются уже в большом кино, так называемом. Поэтому, если хотите, примите в этом участие. Я думаю, что это будет очень интересно. Современные технологии позволяют вам непосредственно принять участие в нашем проекте, так как интернет дает возможность такого интерактивного общения. Вы на нашей странице краудфандинга на сайте Planeta.ru можете не только видеть, как развивается наш проект и о том, какие появляются новые бонусы, все, но и поучаствовать, как бы есть такая обратная связь. Есть артефакты со съемок «Зимнего пути», которые были в кадре, до которых там дотрагивались актеры, они участвовали во всем этом действии, в драматургии. Это будет интересный сувенир, который может остаться на всю жизнь. Также вы можете поучаствовать непосредственно уже и в новом проекте, там, посетить съемочную площадку, может быть, принять участие в массовке, попасть на предварительный просмотр, там, на первую премьеру. Это все может быть очень интересно. Сергей с Любой, они даже готовы пожертвовать своими призами, которые им очень дороги, и мы хотим устроить такой необычный аукцион, в котором вы можете поучаствовать и получить один из призов. Эти призы – это как оценка предыдущего фильма. Мы надеемся, что наше с вами сотрудничество закончится прекрасным фильмом.